Бельгийские органы здравоохранения провели рейд на местном заводе компании AstraZeneca, где изготавливаются вакцины против коронавируса. Проверка была проведена по запросу Еврокомиссии и связана с задержками в поставках препарата. Ранее шведский производитель списал отставание от графика на проблемы с изготовлением основного компонента вакцины. В Брюсселе подозревают, что AstraZeneca могла продать зарезервированные для ЕС запасы вакцин другим странам, в частности Великобритании. Бельгийские власти провели аудиторскую проверку. Мы не комментируем, почему она была проведена, какие были указания. Потому что очевидно, что это входит в сферу этой проверки. И мы действительно не можем это прокомментировать. В то же самое время экспертная комиссия ФРГ не рекомендовала вакцину AstraZeneca гражданам старше 65 лет. Это связано с недостатком данных от производителя о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан этой возрастной категории. Фармацевтический гигант, в свою очередь, заверяет, что эффективность вакцины для людей старшего поколения подтверждена последними данными испытаний.